Так, ну что, о, какие-то напитки. Дитятка моя любит вот эти вот напитки. Софт. Зеленые, что такое? Зеленый. Я сейчас возьму. Вот эти они везде продаются. Так, этот фруктовый смак. Кола. Кола. А этот фруктовый смак. Хожу, разговариваю, а у меня видео отключилось. Ну ладно. Вот смотрите. Масло 38,20, сейчас 24,90. А в Евроспаре это масло я купила по 10 крон. Скидка там была. Да. И облегченное обезжиренное масло. И вот такое. По 10 крон. Да? А тут 24 по скидке. Скидки, они, короче, везде. Везде, всегда. Бекон. Кто любит? 69. Скидка, а вообще цена 115-114. Сын у меня любит бекон, а мне нельзя его. Я печень берегу. Вот такой бекон. Куповский. Этот магазин Куб и бекон этого производителя. 54. Оксруль из говядины куповская. Но мне не понравилось, я разбрала. Мне их продукты не очень нравятся. Куб. Вареные шинки. Это шинки, это как наша ветчина. Мне вот Гильда нравятся шинки. 29,90. Я не помню, сколько у него цена. Я уже давно не покупала. Я стараюсь свинину не есть. О, смотрите, тоже большая какая. Ветчина. Это что такое? Бакиболи. Бакиболи, это значит что-то печь. Ну, для теста выпечку делать. Вот здесь тоже все время скидки. Сосиски, смотрите, 66 крон сейчас. 66 крон, обычная цена написана 199. То есть вот три, видите, три штуки, 30 сосисек. Стоит 65 крон, 66, 22 кроны. Обычная цена 36, где-то 38, может быть. 10 штук, это 600 грамм. 600 грамм. Но они такие немножко переперченные. Я не очень их люблю. Поэтому брать их некуда. Шницель. 60. Карбонат. Шницель 50. Чего? Свинина 53%, остальные 47% вода и всякая дебилюдость. Карбонат, мясо тут 66%, 3 по 2. Хамбургер Рик. А где? 4 кроны. Что это такое хамбургер Рик? Вот это. 4 кроны. Четыре кроны.
Раньше было 22. Интересно, действительно оно 4 стоит? Я раз покупала, но я не помню почем. Возьму одну за 4. Ничего там нету. Съесть можно за один, за два. Тем более я не одна. Так. Сарделечки 59,90. Обычная же цена 67,80. О, вот эти вкусные сосиски, я думаю. 39. Обычная цена 49. Так, ладно, тут что? Вот, видите, кто-то взял масло за по скидке. Нет, это не без скидки даже было. 38 где-то оно стоит, да, и пришел здесь, его оставил и взял вот такой по 10 крон. Ну, я такой никогда не пробовала, не знаю. Гауда. О! Эдам. Куповский, но я никогда не пробовала. Вообще эти оба сыра мне нравятся. Но я не знаю, что здесь будет. Я, наверное, возьму. Так, дата. До июня. До июня. Конец июня. А вот этот Маздам. Маздам. Маздам что тоже стоит так же. Тоже до июня. А какая разница? А вот этот я вообще не знаю, что за сыр. Не буду брать. Но вот эти три возьму. Фиски гратен я вообще обожаю просто. Запеканка с рыбой, макаронная запеканка с рыбой. Но больше мне нравятся шинки, все с ветчиной, такие запеканки, просто обожаю. Но нету, шинки нету, шинки только вот если где-то у кого-то я ем. А так нет. Пицца по 25 крон, хорошая пицца есть, но мы такие не едим. Мне нужно чистую. Чистую, без всего. Вот, ест у меня. Без всего. Это я беру и делаю половину чистую, а половину накладываю соленые огурцы. Ну, вообще, все, что нравится, все, что есть. Колбасы еще какой-нибудь. Сыр подсыпаю. Вот так вот я пиццу ем. Тут что? Рыба. Свиностек. 49. Раньше я покупала вот это вот. И суп варила. И плов делала. Сейчас ничего уже не покупаю. Не хочу свинину. До говядины как-то у меня руки не доходят. Вернее, ноги. Есть магазин здесь же тоже. Но там до него топать надо. Там хороший выбор говядины бывает. И скидки часто. И никак я не доберусь. Так, здесь я буду смотреть клубнику. 24. Ой, кстати, у меня есть красивая какая. У меня есть приложение. Надо проверить, что тут бесплатно они сегодня дают купоны. Виноград. 19. Наверное, надо выбрать. Да.
крабишку, потому что мы едим его каждый день. Хочу миленький. Мелкий такой, мелкий, он мне кажется вкуснее. Хотя, с другой стороны, какая разница? Так.